Обнаружив на рассвете, что роса попалась в сети, паучиха Шудра-Вудра ей сказала: «С добрым!» Вот так просто, интересно, а главное весело. Ребята вместе со Свечком и Домовым прыгали с кочки на кочку, пробегали сквозь обручи, а еще разгадывали загадки и читали стихи, посвященные теме экологии. Каждый игровой этап начинался с открытия воображаемой двери, ключ от которой был у одного из сказочных героев. Желающих поиграть было много, а все потому что... Очень интересно. Мы тут участвуем в разных конкурсах. Мы выигрываем. Нам раздают подарки. Всей нашей команде дали пазлы. Соревнования очень смешные были, интересные. Я рад, что я сюда пришел. Очень рада и Катя Крамаренко. Девочка любит природу, сама ухаживает за своими животными и помогает родителям сажать растения. Познавательной игре юной спасательнице больше всего понравилось относить маленьких птенцов в гнездо. А вместе со своей командой спасения экологии она приняла участие еще в двух конкурсах и теперь точно знает, как можно помочь природе. Если не вырубать леса, хотя бы немножко побольше сделать разных аллей, и чтобы было меньше выхлопных газов и меньше выливали воду, грязи. Закрепить полученные знания с помощью игры намного проще и быстрее. Главное, чтобы дети провели время с пользой и поняли, что за природу в ответе не только взрослые, но и они сами. Сейчас очень много взрослых людей, которые тоже когда-то были детьми, и они не умеют за собой элементарно убрать мусор после отдыха. Так вот, если с детства ребенку объяснять, что природа – это твой дом, такой же, как твоя квартира, там, школа, детский сад, то ребенок, уже будучи взрослым, будет более культурен по отношению к окружающим людям, отношению к природе. Это мероприятие, уверены организаторы, станет хорошим уроком для ребят. И полученные ими знания запомнятся на долгие годы. Виктория Филатова, Константин Брылов, Екатерина Чернышова, «Видное ТВ».